Практически как статуэтки с церемонии «Оскар», только по-тульски. Таких статуэток за первые места будет 7 по числу номинаций. Прием заявок на 9-й международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» официально открыт. В этом году он проводится при поддержке правительства Тульской области. Тула, наверное, как и в ряде других направлений, одна из первых реализовала ряд проектов, которые позволяют ей быть немножко даже впереди некоторых других регионов. Практически каждый муниципалитет, муниципальное образование имеет свой оборудованный, современно оборудованный кинозал. За 8 лет проведения фестиваля участниками стали 800 молодых режиссеров. География проекта также впечатляет. Он охватил 56 регионов России и 24 страны. Одними из первых заявку прислали мультипликаторы из Москвы. Несмотря на мультяшный жанр, тема в работе поднимается серьезная. Этот фильм основан на финно-карельском эпосе «Клевала». Конечно, в итоге мы очень далеко ушли, потому что пришлось сильно корректировать сценарий. Довольно экспериментальной техники, потому что мы совместили и живые съемки, и 3D, и рисованную картинку. У фестиваля не совсем обычный отбор победителей. За работы голосуют все режиссеры, которые подали заявки на участие, то есть оценивают проекты конкурентов. Победители прошлых лет признаются. Такая система позволяет честно отметить профессионализм работ. Формат фестиваля «Шорты», он позволяет действительно показать любые работы, показать зрителю, показать что-то, что ты можешь, что-то донести до него. В этом году специально от губернатора Тульской области Алексея Дюмина учреждены гран-при и две премии в номинациях «Фильм» и «Анимация». Награждение состоится 17 ноября 2018 года. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.